Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео нас с семьей пригласили на базу отдыха Фазенда. И заодно я решил снять небольшой обзор этой базы отдыха и показать вам, людям, которые ее, возможно, никогда не видели. Я по-прежнему путешествую по Северной Осетии, изучаю разные локации. Поэтому присоединяйтесь к моему каналу, будет интересно. Всем приятного просмотра! Всем привет! Сегодня новое видео. Выехали с семьей и с семьей жены на природу недалеко от Владикавказа, в общем-то, в той же стороне, что и Альпина, и база отдыха Пленэр. На новую базу, называется Фазенда. Так пригласили нас. Заодно покажу вам это место. Может быть, будет полезно узнать туристам, например, которые приезжают. В общем-то, вот такая вывеска здесь с надписью «Фазенда». Есть вид, там на верхушке торчат. Не знаю, видно будет, но видно должно быть. И покажу вам территорию, как выглядит. Здесь есть баня на дровах. Есть возможность снять беседки. Ну, в общем, стандартная история. И все это около вот речки находится. Давайте смотреть вместе. Приятного просмотра. Погнали. Итак, вход с такой вывеской. Въезд, вернее. Просто пройдусь, поснимаю вам. Прям вот так вот, с самого начала. Довольно ухоженная территория. Очень много деревьев. Есть где укрыться. Есть такая интересная здесь конструкция, которая распыляет воду. Очень удобно и приятно находиться в жару под ней. Здесь есть детская площадка, так что дети ваши не будут скучать. Ну, главное такое здание. Очень много беседок туда-туда. Здесь есть, получается, игровая площадка для игры вот в мини-футбол, баскетбол. Давайте посмотрим тоже. Очень много людей сегодня, на самом деле, приехало. Ну, сегодня суббота. Несложно догадаться, почему. И такая погода, очень жарко. Все ищут место, где на природе комфортно отдохнуть. И одно из этих мест, в общем-то, и есть Фазенда. О, здесь еще, оказывается, есть волейбольная площадочка. Желающих пока, кстати, поиграть в волейбол немного. Ну и вот видите, да, беседки разного плана. Сейчас покажу нашу. Мы вот успели такую, только такую забронировать, хотя здесь есть вот прям с нормальным укрытием, большие. Можно прям собираться с семьей большой. Так, ну я здесь не через очень красивое место перейду. Будем вести себя тихо. Еще продолжают строить дополнительные места. Но, по-моему, сегодня все беседки заняты. Вот у нас такого плана с такими жалюзями, качели. У меня влог, да. Дети здесь вон расстелили себе, как на пляже, места. Как вам, хорошо здесь? Да.
Ну и вот наша беседочка. Камера? Да. Это я сам себе режиссер. Передаем привет. Музыку колонку. И что еще здесь показать? В общем, сегодня я вот за мангальщика выступал. Мы уже все пожарили. Сейчас все отдыхают, кушают. Артур, давай, стреляй. Баня на дровах. Все можно арендовать. Ну, номер телефона вы увидели. Не, место по-своему хорошее. На самом деле очень много такого плана баз отдыха здесь, в Северной Осетии. Да и, наверное, в подобных регионах. Прекрасно сегодня видно горы. Вот уже какая-то тучка начинает лететь. Но вообще обещали погоду без дождя. А это река Гизельдон. Вроде бы так. Надеюсь, не ошибся. Вот сейчас мы увидим купель. Так. Заодно покажу вам. О, классно. То есть, пожалуйста, чаша. Теплая вода. Здесь можно арендовать такой вот домик, получается, с банькой. Мангальная зона. Холодная водичка. Офигенный вид. Ну, вообще красота. Надо будет сюда приехать так. Ну, речка здесь, видите, какого цвета. Видимо, были дожди, особенно... Вчера, позавчера были ураганы, поэтому вода такого цвета. Скорее всего, грязевые потоки сходили активно. В общем, вот так вот одним кадром я пробежался здесь, показать вам это местечко уютное. Приезжайте, бронируйте. Ссылки оставлю, как всегда, в описании к видео. Надеюсь, кому-то пригодится. Всем пока, подписывайтесь на канал. Буду очень рад новым подписчикам. Продолжаем с семьей жить во Владикавказе уже второй год. И исследовать здесь места, в общем-то, на всем Северном Кавказе. Да и не только, в Грузию тоже ездим периодически. Так что будет интересно. Думаю, еще будет много хорошего контента. Подписывайтесь. Всем пока.